Адвокаты потребуют освободить из следственных изоляторов бизнесменов. Защитники присоединились к всероссийской акции «Стоп арест» 10 апреля. В СИЗО сегодня продолжают оставаться тысячи предпринимателей. Точной статистики о количестве находящихся под арестом подозреваемых в экономических преступлениях нет. Возможно, эта акция позволит получить достоверные данные. В этот понедельник они, либо их адвокаты, подали ходатайство об изменении меры пресечения на более мягкую – залог, подписку о невыезде, либо домашний арест. 80% предпринимателей, попавших под уголовное преследование, разоряются именно из-за нахождения под стражей. Между тем, лишь 15% таких дел доходят до суда. Весь смысл предпринимательства, а суть предпринимательства заключается как раз в том, чтобы найти способы получения для себя экономической выгоды, да? Получения прибыли. Зачастую в любом действии при желании, а желание такое, очевидно, есть все-таки у правоохранительных органов, можно увидеть признаки мошенничества.